الركن الأول من أركان الإيمان. Первый столб из столпов имана. أن تؤمن بالله. Заключается в вере в Аллах. كيف أؤمن بالله؟ Как мы должны верить в Аллах? تؤمن بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Ты должен верить в господство Аллах, в Его божественность, правопоклонение и в Его имена и атрибуты. تؤمن بوجود الله. И должен верить в существование Аллаха. لا تنكر وجود الله. Не должен отрицать существование Аллаха. ما الأدلة على وجود الله؟ Каковы доводы на существование Аллаха? أدلة كثيرة جدا. Их очень много. الأول العقل. Первый довод это разум. يستحيل أن يأتي إنسان عاقل إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد سبحانه وتعالى. Разумный человек обязательно признает, соглашается с тем, что этого мира есть Творец. نعم. الثاني الحس تكون في كرب وشدة في مصيبة تدعو الله سبحانه وتعالى تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وإذا بالغيث ينزل. Второй вид довода – это физические, физическое восприятие, то, что мы видим и слышим. Например, когда ты взываешь к Аллаху, когда у тебя случается какая-то беда или какая-то проблема, и получаешь ответ на дуа, на свою мольбу. Пророк, алейхиссалату вассалям, обращался к Аллаху с мольбой, не спасла ни дождя, и не сходил дождь, Аллах не спасал дождь. Третий довод на существование Аллаха – это то, что называется фитра, то есть естество человека, врожденное понимание, сознание им – существование Аллаха Субханаху Тааля. Каждый человек, каждый, кто рождается младенец, он приходит в этот мир с этим внутренним врожденным склонностью к вере в Аллах Субханаху Тааля. И четвертый вид доводов это шариатские религиозные доводы, их очень много в текстах Корана и Сунны. سبحانه وتعالى والله أعلم. Значит, вера в Аллах включает в себя вот эти четыре вещи. Мы должны верить в господство Аллаха, то есть то, что Он есть единственный Господь, в то, что в Его божественность, то есть то, что Он единственный Бог, достойный поклонения. Третье – это верить в Его имена и атрибуты. И четвертое – верить в Его существование. Нам.